парке культуры и отдыха имени Александра Сергеевича Пушкина в станице Северской состоялся 7-й районный фестиваль хоровых коллективов с песней по жизни. Мероприятие посвятили 86-летию со дня образования Краснодарского края. Дату сегодня широко отмечают по всей Кубани. Дорогие друзья, разрешите мне от имени главы администрации муниципального образования Северский район Андрея Владимировича Дорошевского поздравить всех с сегодняшним знаменательной датой и пожелать каждой семье Кубани мира, счастья, здоровья. Пусть наш край процветает, ну а мы, живущие на этой земле, будем стараться прикладывать все наше творчество, культуру, все наше внутреннее богатство для того, чтобы страна наша развивалась. Поздравил присутствующих и почетный гость, участник специальной военной операции Михаил Петров. В свое время на фронт он уходил добровольцем. Хотел бы вас всех поздравить с Днем образования нашей Родины, нашей Кубани. Как уже все сказали, я ушел добровольцем, получил там ранение под Бахмутом, вернулся. И вот теперь пытаюсь приобщать нашу молодежь в рядах нашей ветеранской организации «Боевое братство», приобщать нашу молодежь, говорить и рассказывать о том, как там было. К мальчикам хочу обратиться в первую очередь. Будущие защитники, юноши, подрастающее поколение, не бойтесь идти в армию, защищать нашу великую Русь-матушку, защищать нашу Кубань. Под открытым теплым осенним небом прозвучали любимые народные и патриотические песни в исполнении конкурсантов из различных учреждений культуры района и организаций дополнительного образования. Выступали детские и взрослые хоровые коллективы. На аллеях самого парка работали тематические площадки библиотеки, музея и кинотеатра «Ударник», экспозиция которого, состоящая из старых камер и видеопленок, вызвала немалый интерес у юных посетителей. Организовали фотовыставку и ярмарку мастеров декоративно-прикладного творчества. Праздничные мероприятия в честь дня рождения Краснодарского края прошли также и в других поселениях района.